Это моя стефанандра. У нее особая история. Стефанандра ей три годика, но она уже взрослая девушка. Как она ко мне попала? Я увидела в интернете и написала, как бы я хотела такой кустик приобрести в Одноклассниках, по-моему. И девушка увидела мое пожелание написала мне, говорит, а у меня есть кустик, если желаете. Фоточку прислала, из квартиры она фоточку прислала. Мое мнение, что у нее стоял на балконе Стефанандра. Я так уверена просто даже на сто процентов. Потому что она росла в пивной срезанной бутылочке, и корней в ней было очень и очень много. Вот сплошные были корни, там земли уже не было. И сами веточки были примерно 10-15 сантиметров. Но их было много, но они были, ну как 10, может быть, штучек. Но они были очень короткие. Я обрадовалась, когда ее получила, но я удивилась, я рассчитывала на фотографии, что она такая большая. Оказалось, маленький-маленький кустик. Ну, я приготовила место, решила здесь посадить, вытащила из этой емкости и стала разглядывать корни. Так как я еще увлекаюсь орхидеями и очень люблю рассматривать корни. И еще по одной причине, то, что у меня был горький опыт, мне советовали продавцы первый год, когда я вот сюда заехала, все советовали, и я спрашивала всегда, как ухаживать, как посадить. Все говорили, а в перевалку? Ничего не трожьте, корни не трожьте, в перевалку сажайте, и все будет хорошо, и будет у вас счастье. Вот я на своем горьком опыте убедилась. В перевалку сажать нельзя. Ни в коем случае. Почему? Потому что обычно, вот я, допустим, черешню так купила, и еще калину так купила, и еще какое-то дерево. Деревья не дешевые, дорогие. А получилось так, что там корни просто вот как рыбку ловят, вот корень вот так загнут был вверх. И я покупаю, вроде бы почечка есть, вроде листик уже появляется, но все, значит, живое дерево нормальное. Приношу домой, сажаю, оно в перевалку, как мне сказали. Я сажаю, оно сидит-сидит, и в конечном итоге ничего не выходит. А потом я выкапываю, ну, через год или осенью, и выясняется, что там корень просто вверх торчит. Вот он напополам согнут и вверх поднят. Ну, чтобы вместился в эту емкость, они так подворачивают. Но никто же не предупреждает, что все говорят, наоборот все говорят. В перевалку с комом прям земли вот так взяли и посадили. Вот я, мой опыт ни в коем случае в перевалку этого не делать. Вот здесь с этой вот стефанандрой была же та же самая история. И когда я стала разбирать все корни, палочкой все их причесала, помыла, вымыла, вытрясла хорошо, обнаружилось, что корни уже старые, задревеневшие, задр... 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 а, твердые, толстенькие, и они все торчали, вот именно старые корни, вверх. Почему она, Стефанандра, и не росла, она не пушилась, она не умирала, потому что там у нее была борода, тоненькие корешочки, их было много, но она и не, и не разрасталась. Но если бы я ее так посадила, она бы, конечно, не умерла, а дальше бы стала расти. Но дело в том, что не с таким успехом, как сейчас. Вот. Я их все отрезала, эти старые, потому что их уже не согнуть вниз. И все, и это самое, и выкинула. А корни расположила именно так, как растет дерево, кустарник. Так нужно раз, располагать корешочки. Если оно растет в высоту, высокое дерево, значит, можно все вот это вниз опустить. Ну, придержать и земли засыпать. Если дерево, а куст вот такой пушистый, значит, такой пригорочек нужно сделать, горочку такую, положить корешочки и вот так их все расправить, как располагается вот этот вот кустик. Вот стефанандру именно так. Ну и многие-многие растения именно так. Я и розу также сажаю. Стараюсь, чтобы, чтобы не в куче, не в куче. Ну и больше не слушаю людей, пропускаю это через себя. Думаю сначала, вспоминаю свои опыты, свои уроки. И, и будет у меня все хорошо, если я буду думать. И вам того же желаю. Всего доброго.